Всем привет, друзья! Это канал Morgan Games. Мы с вами продолжаем прохождение Lone Dark. И, как вы помните, в прошлой серии мы остановились вот здесь, прятались от волка. Короче, там волк, я не знаю, я уже долго не играл, давно не проходил. Давайте посмотрим, может, он ушел. Так, спокуха. По-моему, его нет. Блять, он таки есть. Собака некрещенная, он тут. Давай, короче, я в машине от него сейчас заныкаюсь, и пошел он в жопу. Тихо. Ага. Пошел, ты знаешь куда, сука? Лучше пусть так, чем никак. Ничего себе, прям возле стекол трется. Под окнами у нас. Мне надо, короче, напоминаю, просто пойти в ту хатку, где я находил вторую записку во втором, этом, как его, тайнике. А потом пойти туда уже на гору к вышке. Но эта же скотина нас не пускает. Может, как-то... Да я его шаги слышу, он тут трется до сих пор. Короче, я не знаю, что мне делать. Надо, короче, наверное, взять и распалить какой-нибудь факел. Или просто клацать мышкой до упора, чтобы его отогнать. Может, убить его получится. Не знаю, но это надо просто лихорадочно нажимать. Это надо как флеш. У меня так рука не вибрирует, к сожалению. Я так вряд ли смогу... Сука. Ах ты, падла. Мразь паскуда, где он? Блять, да пошел ты нахер, сволочь! Как я отсюда выйду? Я отсюда не выйду. Он тут постоянно будет бегать. Надо придумать, что творить. Подожди, у нас есть какие-то лампадки, но лампадка против него не подействует. Можно факел, в принципе, забодяжить. А у меня есть из чего? Вот у меня рюкзак, подожди, должны быть какие-то ветки, палки. Один хуй, походу, у меня есть. Труд. Нам надо палочка или веточка. Потом из этой палочки или веточки можно скрафтить факел. Вот. Нам-ка давала рецепт. Вот, фонарь, смотри, палка. Три палки, две ткани. Нет, одна ткань. Пизда руля. И что делать теперь? Так, вот туда ходить противопоказано. Надо как-то идти в другую сторону, наверное, хер его... Или обходняком. Пошел ты в жопу, сука! Я, блядь, из этой тачки выйти не могу из-за тебя, скотина. Пейте летом много воды. Тогда у вас не будет так живот урчать. Бля, там тут собака, ты пошел, отвали, падла. Отвали, пидор ты, блядь, блохастая скотина. Чё мне делать? Как мне избавиться от этого сраного волка? Есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли? Здравые, желательно, нет? Мы ж так далеко не уедем. Мы всю серию будем толктись на одном месте. Чё, блядь, делать? Да пошел ты нахер, сука! Клацать! Ай, бляха, собака, пошел ты, скотина, нахер. Пидор гнойный, он мне руку порвал. Вот смотри, что он сделал, он мне, блядь, руку, сука, порвал. Растяжение запястья. Лечение, антибиотики или какой-то чай, бля, я хуй его знает. Давай антибиотиком вылечимся, подожди, обморожение у меня всегда на постой, растяжение запястья. Антибиотики и чай, которого у меня, походу, ни пизды нет. Где лечение? Лечение, вот, лечение. Чая у меня нет, у меня есть антибиотик, но и хер бы с ним... А, это обезболивающее. Принимай. Принимай. Посрать. У меня оно так закончится скоро. А это чай из чего? Это, наверное, чай из каких-нибудь грибов рейши, нет? Или из чего это, блядь, я хуй тебя просыпь. Ладно, я вылечен, все хорошо. Пошли, быстро, пошли. Пока мы не замерзли, пока совсем плохо не стало, жрать еще вроде не хочу. Все нормально, только музыка угнетающая какая-то. Музыка прям
Она не дает нам, понимаешь, не дает нам забыть, что мы находимся в дерьме, полном дерьме, в мире, наполненном отчаянием и безысходностью. Выхода нет. Мы это понимаем, но мы все равно здесь, и мы... Нам просто деваться некуда, мы потерпели крушение, что нам еще делать остается? Мы ищем выход, ищем свою Астрид. И все, и больше мы ничего не ищем. Ну, ищем еще приключений, скорее всего, на свою жопу. Так, вот тот домик. Далековато как бы к нему идти, но ради записки да придется. Все-таки там тайник, а вдруг в этом тайнике мы найдем... То же самое, там, не знаю, обезболивающее еще одно. Или там какой-нибудь полезный чай, тоже лечебный от всяких там этих укусов, ожогов, хуёгов, короче, всего. Там, по-моему, кролик еще бегает. Так, это нам не надо. Нам надо камушек, тихо, аккуратно. Ща поохотимся на кролика и быстро потом пойдем в хату. А то волк, он сейчас убежал, а потом прибежит обратно. Такая скотина, что реванш взять захочет. А, я смотри, как я уже надрочился-то их сбивать. Вот это я красавчик. Ну, блин, жалко тебя. Мне всегда будет жалко этих королей. Убил. Так я не успею-то, сука, я не успею добежать до хаты. Куда он пошел? Он не видит меня, он меня пока не видит. Не, уже видит, сука, уже видит. Нам бы хоть бы какой-нибудь странный факел сделать, ребята. Хоть бы там в хату зайти и факел какой-нибудь соорудить. Бляха. А где он? Блять, он рычит где-то там. Я его что-то не вижу. А вот он за нами. Он за нами, сука, идет. Блядь, его нахуй. Быстро в дом. Тебя в пизду, сука. Тебя в пизду, в пизду. Так, требуется какая-то херня. Так, ладно, это ломать не хочу. Подожди, нам нужны палочки какие-то. Это что такое? Металлическая лампа. Что с ней делать? Ничего. Тут поспать, но я пока спать не хочу. Я пока хочу жрать. Кролика я поймал, могу приготовить. Но тут, по-моему, тут нету печки. Тут огня не разведешь, понимаешь? А ну, постой. Можем, в принципе... А, хер там, мы ж в помещении-то не разожжем костер. А где я находил тогда? А где я находил? А, вот, находить. Смотрю ж сюда и как бы это. Ладно, возьми, все, взял. Так, так, что тут у нас? Че, ты не помнишь, что тут у нас? Ты же уже брал когда-то, дебил. А, давайте взглянем на карту. Блин, да возьми. Я не нажал на карту просто. Вот это серая... А, подожди, что это серая мать? Разрушенный туннель. А тайник тогда где? Я... А, вот тайник. Тайники в Милтоне. Радиовышка, тайник, а там, походу, тупик. А серая мать нам направила нас, походу, к этому самому разрушенному туннелю. То есть нам надо туда. Вот мы вот так вот шли, вот так вот через мостик, вот так вот сюда, сюда. И нас... наша конечная цель это туннель возле АЗС мы были... Тут радиовышка, тут тайники в Мильтоне. Сейчас пока сюда ответвимся немножко, может там что-то полезное насобираем, а потом пойдем к туннелям. Давайте освежим память, почитаем, что нам вообще нужно сделать. Серая мать, смотрите, ведущий из Мильтона туннель. Серая мать хочет знать, что там произошло. А, то есть мы еще должны потом вернуться и рассказать ей, нихера себе. Давно, кстати, не вел дневник, давайте еще что-нибудь напишем. Так, серая мать хочет много еды, я заебался на нее работать. Надо бы ее убить и отжать себе хату. Я таки добыл еду этой старой манде. Манде. И она отправила меня исследовать туннель. Но я пока пойду на вышку. Заодно... Поцеплю там тайник. Лишь бы этот пидор волчара меня не трогал. Это вот, это реально. Давайте помолимся, чтобы этот, сука, пидорас волк нас больше не тронул. Он мне так заебал, я уже не знаю, как еще сказать по-другому-то. По-другому и не скажешь. Давай, покидай дом. Ух, а тут метель.
хуярит по полной. Короче, нам надо как-то на вышку пробраться, и я думаю, это будет самоубийство, но... А что делать? Там еще же волчара где-то бегает. Так, вот там вышка, там пещера. В пещере я, в принципе, смогу согреться. Главное сейчас по дороге туда, к тому повороту на вышку, собирать побольше вот такого дерьма. Это, во-первых, это будет факел наш. Во-вторых, это будет костер. Нет, останавливаться и делать это я не буду. Я лучше вон соберу еще грибы рейши. Себе в чай потом. Давай, 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 давай. Еще один давай и хорош. Пошел, пошел, отрывай. Все, пошел, забрал, молодец. Самое главное нам сейчас дойти целыми и невредимыми до пещеры с тайником. Хотя, мне кажется, это далековато, но может только кажется, может быть, на самом деле. Ебать тебя в рыло, блин. Я думаю, вы не заметили, но я сразу заметил. Вы можете на паузу поставить, он там шел, он, сука, там шел, понимаешь, он там опять шел. Почему ему не мется, почему он эту территорию патрулирует вечно? А я уже обмерзаю, у меня уже почти обморожение, честно. Яйца замерзнут, и все, я превращусь в ледяного, блин, главного героя с ледяной бородой. Вообще, обледенею весь. А волк, он меня будет облизывать потом, как мороженое. Они же, блядь, такие голодные, что он просто, он, знаешь, он настолько голодный волчара. Тут же ж не только я один голодный, тут волкам тоже жрать нечего. Кроме там зайцев, и то, если еще поймают. А зайцы, ну, какие быстрые. Он такой... целеустремленный сукин сын, что чтобы меня разморозить, он меня будет облизывать с ног до головы. А я не люблю, когда меня облизывают, поэтому лучше, во-первых, не замерзать до такой степени. Во-вторых, не попадаться этим волкам вообще на глаза. Что мы и пытаемся сейчас всеми силами делать. Только я, блядь, единственный, я не помню, где этот странный поворот. От останавливаться вот так вот на месте совсем нехорошо, блин. Поворот никуда. Блин, я не знаю, короче. Вышка там. Я правильно иду или неправильно иду? Я хрен просы. Нам вот туда, на ту гору как-то надо забраться. Если я сейчас, конечно, ошибусь с поворотом, я его не найду, то я заночую в хате. Зажгу там костер, похаваю, согреюсь. Потом метель это уйдет, и мы пойдем дальше. И пока я Какое, что за звук? А, это что-то скрипит. Не, подожди, вот, по-моему, поворот. Еще из-за этой метели волчару не слышно. Ну, надеюсь, ему-то тоже нас не слышно из-за этой метели. Но метель метет сумасшедшая просто, смотри. Я не знаю, туда ли я иду. Может, туда? Все на свете съел бы сейчас. Да подожди, сейчас мы тебя покормим, только дойди сначала нормально. У тебя он уже обморожение будет сейчас. Все, уже я замерз. Болезнь, риск переохлаждения. Молодец. С чем я нас и поздравляю. Ну, по-моему, я иду в верном направлении. Только надо быстрее, быстрее, чувак, идти. Вон та вышка. И смотреть в оба, чтобы пещеру не проворонить. Однако холодно. Я в курсах. Но что делать? Нам надо как-то быстро добираться. Чем быстрее, тем лучше. Интересно, там вообще что-то ценное есть на этой вышке? Потому что, если там, в принципе, ничего ценного не окажется, то смысл нам сейчас так изъебываться и рисковать своим здоровьем, чтобы туда идти. Арка, новое местоположение нашел. А ну, погодь. Оно на карту заносится, нет? По-моему, нет. Хуй с ним. Ну арка-то арка, так а толку с мне, что эта арка, она ведет опять вниз. Ебанутый ты волк, бляха. Как ты достал меня уже, я не знаю, что мне делать с тобой. Беги, чувак, ну тебе нахер. Как ты там, блядь, оказался-то, ну? Да ну все, это уже, это, ребята, это дорога в один конец. Я тебе просто отвечаю. Или я разве что быстро успею замутить себе факел. Но это не точно. 15 минут до часу меня сейчас убьет. А пошел бы ты в жопу, слышь?
Бля, музыка, не нагнетай, пожалуйста, окей? И так без тебя плохо. Эта музыка уже просто подсказывает нам о том, что все это кончится сейчас плохо пахнущей, вонючей пиздой для нас. Я просто иного слова не могу подобрать, иного выхода я не вижу. Тут волк просто, он видит цель, не видит препятствий. Хоть ты смотри на него, хоть ты не смотри, он просто будет идти на тебя и... Тачка! Давай, 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 давай. Сука, пошел ты нахер. Блин, надо хоть сожрать что-нибудь, я вообще... О, хоть согреемся немножко. Давайте что-нибудь съедим, что можно съесть? Давайте что-нибудь поищем. Так, рюкзак, еда, где наша еда? О, у нас что-то есть. Приколи, я даже забыл, что у нас только кролей, смотри. Еще чаи какие-то, чашка кофе, холодная, но естественно. Давайте кофе, наверное, жахнем, чтобы энергии немножко... Хотя тут нет такой шкалы, как энергия, тут просто, ну, пьешь кофе, чтобы утолить голод и немножко жажду. И все. Дальше, так, а я пить я не особо хочу, да? Давайте, наверное... Банка кофе, у нас еще кофе этого хоть... Ведрами хлебай. Консервы, сардины жри. Я бы кролика, конечно, бы съел, но это надо костер, чтобы его разогреть и поджарить нормально. А так-то толку. Еще у нас сухпай какой-то есть, армейский ирп, но он слишком залежалый. Может, его еще подержать немножко, чтобы он еще больше залежал, а потом в пещере сожрать и умереть там. Ну, заодно в пещерке тепло, тепленькая могилка будет. О, как я все рассчитал, приколи. У меня прям чуйки на такие... Ёб твою мать, сука, ты еще там. Вот дебил. Как писать? Как он там-то? Ты... Пидор. Сука. Иди вон отсюда, не мешай мне. Их два. Сука. Их два, смотри, один там, один тут. Ну нормально, нет, а как мне идти? Вонючая ты, падла. Паскуда, пошел отсюда, это моя точка, моя тачка, вообще не заходи. Не открывай ему дверь, пошел вон. Блять, просится сюда, погреться хочет. Я знаю твою погреться, сейчас, блять, пущу, за шопу хватишь, блять, и все. Идиот. Придурок, блять, блохастый, пошел отсюда, тут тебе ничего не светит, понял? Нет, там иди, зайцев больше. Тут нет вообще ни одного. Я всех перебил, откройте секрет. Как мне пойти-то дальше? Я не могу никуда пойти. Я должен, блядь, оставаться в этой машине до конца игры. Я не знаю, что делать. И как мне пробраться на этот сраный... На сраную вышку? Тут только дорога ведет туда. Как же ж может быть... Город Милтон. Может, вот там вот возле этой серой матери, возле ее дома, прям поворот куда-то ведет, да? И может быть, там я проберусь? Ну это же мне надо и чесать через опять через весь город. И опять туда, где волк ходит. Это нормально вообще? Нет. Куда ты идешь? Вот туда иди. Не вздумай сейчас сюда прийти. Понял, нет? Мудачье одноразовое. Блять, этот туда уже... Этот уже меня увидел. Пидорасы конченые. Пошел ты нахер, сука! Я жив, и он мне ничего не сделал. Он мне ничего не сделал, приколи. Я отбился. Кто красавчик? Я красавчик, ёпта. Я вообще просто охуенный. Я отбился от волка, ты приколи. Он мне даже руку не порвал. Даже за ляжку не ухватил.
Вот это я отбился. Вот это я молодец. Вообще пляха, надо это водой запить. Печка буржуйка. Давайте кролика что ли пожарим. Я, блядь, заслужил. Заодно сейчас немножко это. О, можно себе факел замутить. Я уже буду факелом от него отбиваться. Правда, если будет метель, факел может быстро потухнуть. Но если метели не будет, то в принципе... А я в метель никуда не пойду, я манал. Я буду дома сидеть, как царевна. Блять, буду спать. Пересыпать эту сраную метель. Когда она закончится, то потом уже... Выйду на улицу. Эти инструменты, они же не вечные, да? Походу, они постепенно будут использоваться. Фонарь я добавил. Хорошо, молодец. Это прям очень хорошо. Теперь давай быстренько затопим себе печку. Кедровая дрова и палка. Вот давай палкой. Я манал еловые пока трогать. У нас один кедровый, один еловый и палок куча. Топи, посрать. Труд, банкноты. Нахуй не нам надо. Не, подожди, банкноты я пока палить не хочу. Лучше давайте труд обычный. Все, нормально, пали. Вот это вообще бляха. Нет, ты заметил, какая серия напряженная? Я не ожидал настолько, чтобы... Блин, чтобы настолько был напряг. Эти волки откуда не повылазили. С одной стороны идет, с другой стороны идет. Вам что, блядь, ходить негде? Я не знаю. Я серьезно не знаю. Блин, ребята. Идите куда-нибудь в другое место. Зачем вам сюда? Мне как раз туда надо на вышку. Он оттуда выходит, блядь, молодец. Красава, блядь. Это твоя точка, твой периметр, что ты его патрулируешь. О, я разжег, да? Я красава. Я с первого раза, приколи. Давай теперь накидаем сюда говна всякого. Пускай оно горит. А можно взять факел еще отсюда было, смотри. Это тоже как бы вариант. Кедровые дрова. Не, я не хочу. Они же, если бы было много. А так-то... Палки выкидывай все. Нахер они тебе надо сейчас, во-первых. Не эконом, там насобираем. Давай лучше сейчас приготовим себе пожрать. Разделываем кролика быстро. А сколько это будет длиться, слышь? Топор уже почти заканчивается, охуеть. 30 минут, да костер догорит. А если топором? 17. Шкуру пока не буду брать. Такой звук прикольный. Так, я разобрал кролика. Теперь... В смысле? А что нельзя тут... А, в печке буржуйки короля готовить нельзя, прикинь. Так а толку, смысл да с этой сраной печки буржуйки? Что, нельзя просто взять на какую-нибудь палку? У тебя палок до пизды. Взял, нанизал, туда всунул, пожарил, высунул, поел. Делов-то. Ты вообще откуда ты, из какой ты вагины вылез? Явно, что не из русской, потому что только в России не победить людей. Они, блядь, найдут любой способ, чтобы пожарить себе короля в печке буржуйки. А ты не можешь. А что ты вообще можешь? Так, я тут был, я уже давно тут когда-то все обчистил. А, нам надо разобраться... Подушка. Нам надо разобраться, как нам попасть на эту сраную вышку. Я не могу вообще вкурить. Я, блин, растапливал, чтобы нам хватило палок кучу вбухал. Чтобы нам хватило минут на то, чтобы кролика пожарить. А оказалось, тут нельзя готовить. Ну, охуеть теперь. Ну, зато хоть погрелся, хоть обморожения не будет у меня. Надо что-то еще только пожрать, потому что совсем у меня все плохо. Давай этот ирб сраный съедим. Ладно, так и быть. О, смотри, как ирб сразу восстанавливает. Смотри, как я сразу жрать перехотел. Вот это... Вообще тупо, я бы таких байерпов бы понаходил нормально. Нам надо, короче, туда стопудов, в этот тайник, потому что мы... Помнишь, этот ирп мы нашли в прошлом тайнике? Если будет и в следующем такой же ирп, это будет охуенно. Все, короче, я догрелся до конца. Нет, 4 минуты, что там они ничего не дадут. Давай покидаем дом. Все, я покинул дом. А волчара опять тут, ну ты заебешь. На еще, сука, я тебя, блядь, сейчас урою нахуй. А он меня не трогает. Пошел ты в жопу туда, скотина. А где этот дом этой серой матери? Вот там где-то аж. Мне просто надо понять, как в горы пробраться. А, уже не трогает, говорю. Не трогает он, сука. А у меня ж факел-то есть. А где он у меня есть?
А где он у меня, сука, есть? Вот он, блядь, поджигай его нахер. И метели нет. Отлично, хорош. О, все, падла. Попробуй ты у меня... А, не-не-не, не надо это делать. Попробуй теперь приблизься. Я тебе, сука, переебу разок. По щам так тебе пропишу, что тебе мало не покажется, пидор гнойный. Так, вот какая тут дорожка ведет туда. Это стопудово оно. Давай. Быстро, чтобы он нас не тронул. Чтобы он от нас отстал, чтобы он нас потерял из виду. Если там, конечно, третий не нарисуется. Вышка, смотри, видишь, он... Вышка показана туда. Вот нам туда и надо. Во, хорош. И где-то тут находится пещера с тайником. Все, я... Я вышел. Я покинул этот бренный город. Ебать его в ухо. Ух, бля, я честно, я вспотел. И так жарко, я еще вспотел от того, что от этих волков сваливал. Я реально потный весь, сырой, тупо понючий. Не знаю, надо пойти после этой игры в душ. Это просто, я тебе отвечаю, это какая-то жесть. Ну, хоть теперь я пожратый, хоть я теперь не так мерзну, это уже хорошо. Мне этого ирпа надолго хватит. На день так точно. А зачем тебе сейчас факел? Ты его потуши лучше, да? Лучше пока его потуши. А, тут можно, типа, смотри, так перебирать. Спички, этот, ну, лампа, керосинка и, типа, этот, палка. Но я возьму лучше камушек. Мало ли, может, зайчик сейчас выбежит. Мы его хуяк. И зарежем. Так, пока как-то тут все спокойно. Там вон что-то птицы улетают. А птицы обычно летают там, где тело лежит. Если это вороны. Там может олень. А там, где олень, там обычно волки лакомятся. Это не особо хорошо, конечно, но... Я его убью, сука. Я его, блин, я ему сделаю. Но у меня получится скоро. Я реально, я понял, что надо... Надо, знаешь, как нажимать? Вон, я тебе говорил, там олень и зайчик. Оленину нашел, охуеть. Можно даже сейчас ее разделать. Я понял, как, знаешь, как надо с волками сражаться. Нам надо просто нажимать на мышку не так, что ты, типа, нажимаешь, не отрывая руки, и вот так вот клацаешь. А руку отрываешь, и вот так вот клацаешь, тупо лихорадочно в мышку долбишь ее, вдалбливаешь ее в стол. Даже не боясь ее разбить. Ну, разобьешь, возьмешь новую себе. Что делать? Зато тебя волк не съест. Самое главное, вот так вот именно. Тогда скорость как бы быстрее, оно мощнее нажимается, и мощнее ты отбиваешься от волка. Волк сам уже хуевает, что происходит. Думает, зачем ты бьешь мышку? И убегает от тебя. И все. Вот так вот надо с ними сражаться. Только так с этими скотами и надо. Иначе они почувствуют, что ты дал слабину. А если ты почувствуешь, что ты дал слабину, то... Они от тебя не отвяжутся, пока не убьют. Пока не загрызут. Не растерзают. Не выплюнут твои кости. На съедение тараканам, тут червям. Ледяным всяким мандавошкам. Так. А где кролик бегал? Тут же он где-то был. Тут куча этого трутовика, я смотрю. А, это Тимофеевка Луговая. Что-то постоянно его трутовик называю. А вон кролик. А пещеры тут я не вижу. Пещера, наверное, там дальше. Может, вот эта пещера? Ну, подожди. Да вроде нет. Не похоже на нее. Не. Тайник явно не здесь. Здесь только оленья туша, кролик. Надеюсь, там, где вышка, там есть какой-нибудь домик. Это было бы очень нам прям кстати, прям спасение наше было бы. Я бы не отказался от ночлега там. Блин, зачем? Я не то. Я хотел прицелиться, а взял и кинул. А, он застрял, смотри, он застрял. А чё я не попал? А чё я не попал? О! Красава! Ой, блядь. Земля тебе пухом. Не, земля тебе ледом. Или лед тебе землей. Хер его знает. Льдом, точнее. Земля тебе льдом. О, он там еще бегает. Смотри, сколько тут кроликов в изобилии. Тут можно жарить и жарить.
шкварить. А где камни? У меня что, камни закончились? Я не понял. А сколько у меня их всего? Один. Заебись. Ну, вы не видите, я там просто под моей этой... Под моей камерой показывается. Да я ж попал-то почти, смотри. Куда ты бежишь? Да ладно, беги. Оставлю на потом тебя. Топорик. Блин, топорик бы починить, понимаешь? А теперь вот... Сейчас я его возьму, сейчас... Замороженная туша оленя. Шкура нам вряд ли надо, а вот мясо 4 кило. Если снимать шкуру, это очень много потратится времени. Давай лучше так. Да подожди, не ссы, сейчас мы, короче, найдем, где согреться. Главное, что мясо забрали. О, хорош. Нифига себе, тут закат пошел. А я теперь ходить нормально не могу. Сука. Я ходить нормально из-за мяса не могу, а тут волки воют. Не, ну классно, да? Пойдем туда к вышке, короче, может дойдем? Я не знаю, может быть и не дойдем. Давайте что-нибудь сожрем туда, не знаю, может хоть немножко разгрузимся. Я вообще, блядь, не вкуриваю. У нас мясо хоть жопой жуй, хоть морозилка вся будет забита. А мне все мало. Так а зачем жрать-то? У меня желудок полный, я жрать не хочу. Я хочу пить, например. И пить особо тоже как бы не хочу. Я трачу, блин, впустую свои продукты. Бляха, муха. Ну надо было так перегрузиться. 4 килограмма. Зачем тебе столько? Надо было по одному килу. Или потом бы, на потом бы оленя оставил. Взял, все позабирал. Жадный сукин сын. А где пещера эта? Я вообще души не ебу. Куда я иду? Там обрыв нет. Там вышка. Короче, да может что-то выкинуться, слышь? Зайчик выбежал. Да нахуй ты мне надо, я уже так перегружен, еще тебя не хватало. Что-то шумит. Там что-то шумит. Охуеть. А что можно выкинуть, слышь? Может реально что-то взять и выкинуть? Обморожение, риск переохлаждения вообще отлично. Сейчас сдохнем и все. Надо поспать, чтобы быть здоровым, блин. Капец. 8 кило тут, 3 кило тут, 4 кило тут, 16 кило тут. Вот тут вот всякой херни, смотри, хоть жопой жуй. Вот эти мешки, спальники, зачем оно мне столько? Вон у меня один мешок есть. Так выкину, все равно ж как бы... Да ничего, роли-то не сыграет особо. Давайте починим топор, слышь. Точильный камень, заточить. Так он точит и помирает, смотри, охереть. Молодец. Так я сейчас сдохну, ребята. Бросай ты это странное мясо, оно тебе в том свете не пригодится. Где оно? Где оно? Где это мясо? Народ, не надо так. Я надеюсь, там в вышке будет теплая кровать, нет? Брось его к хуям, это мясо. Зачем оно тебе сейчас, чувак? Ты же его не заберешь на тот свет. Короля вот этого ты уже разделал. Все нормально, брось. 49, так, из 30. Еще там мешок какой-то был, спальный уже покосанный. Вот этот, брось его нахуй. Молодец. Так, подожди, что еще? Монтировка, это нам все нужно. Топливо надо. А, инструменты, кишки, зачем тебе столько всего, дебил? Зачем? Ты же себя убиваешь. Все, я нормально могу ходить. А что мне так плохо? Это из-за обморожения, да? То есть мне нужно согреться. Значит, если мне нужно согреться, мне нужно взять тебе факел какой-нибудь. Разжечь его, быстро. Да зажигай ты его, собака. Во, грейся давай об факел. Тут нету домика, ребят.
Ну чё? Я костер хотел разжечь, бля, в последний момент, понимаешь, последний момент, додумался. Додумался и сдох. Ладно, давайте, короче, в следующей серии продолжим. Продолжим отсюда, с вышки. Уже в нормальном состоянии, естественно, и все будет на заебись. А пока что оставайтесь с нами, с вами был Морган. Реально потная, прям страшная, ужасная, волчья прям серия была. Я надеюсь, следующая будет легче. Мы найдем тайник наконец-то. Я вообще не вкуриваю, куда идти за этим тайником, где его искать. Но на вышке видишь, только ящик стоял какой-то. Может, там что-то полезное будет. Иначе зачем туда вообще было идти? А потом направимся уже к туннелям. Все. Оставайтесь с нами. Всем удачи, всем до новых встреч. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, кто еще не сделал этого. Всем пока-пока.